Готовиться к Олимпиаде и стать олимпийским чемпионом – это очень большой труд, великий труд. И я думаю, что спортсмены, которые поедут на эту Олимпиаду, должны показать тот максимальный свой результат, к которому они стремились, о котором они мечтали. А мы, как болельщики, и как тренеры, и как люди, которые относятся к спорту, естественно, поддерживаем их. Они должны побеждать при любом ситуации, потому что это мечта каждого спортсмена. Я сам просто по себе это все испытал. И в 2016 году нас не допустили на Олимпиаду. Если бы меня допустили хотя бы под нейтральным флагом, я бы поехал, потому что я всю жизнь к этому шел. И при любой ситуации я бы выступал на все 100%. И я также желаю нашим спортсменам, чтобы они показали себя на все 100, а может даже и выше. Нам необходимо сплотиться. Россия – это не просто сборная спортсменов под олимпийским флагом. Россия – это каждый из нас, это все мы. Вперед, Россия!